Заман Хайрулсун, ГРТ каналында авта хабарлери. Студияда чалышыр Татьяна Ставилова. Элекциян программынын баш темалары. Быйыл долай йолларын инфраструктурасынын еңілетмесіне девлет бюджетіндан верили 21 миллион лейден зейді. Депутатлар бүйік айын 24-дінде қарарладылар документи аңғысына көре инстанра суық заманда финанс ярдымы верілежек. Тайлери хеп бұл қарары қабілетті бақаны комитеті. 2022 жылдағы Гаузия полиция қызметінде сая қойылды 8 бин қанына қаршы олай. Гагаузия халкы топлушун депутатлары кечирдилер маасы сотурушу нереде бакылды бир соруш ангысы баалы башкан сечимлерин кечирилмесинен. Гагаузия халкы топлушун вице-спикери Георгий Лейчу таадеринден ачыклады бу сорушу. Депутатлар чыгардылар бир карар, аны дейиштирме темек канону бир норма исадим. Нормы аны бизде олар колайлык сечимлери кечирме башкан сечимлер. Сиз билесиңиз аны апрелдин 30-унда бизде лазым башкан сечимлер кечирме. Яны бүгүнкү күнөдөн норма барды. О башкан сечимлер узман сайларын кечилер үчүн 100дан 50 чыгарылат сечимлери. Ама бизде о 100дан о 100 сайлар аны эпсичи бирда жашат. Они варды, он да ерми да ел йок, ама чыкмады бирден да калыр, он списокларда вар. Сиз кендиңизде билесиңиз, не проблема болду, битки сыра ачан айырдыйдык башкыны айырлады. Саат 11-ден иштедилер бу участокко избирательный садим, инсаны топламады, келсиндер да кечме. Шинди бизде таа да азалды инсан, он үчүн да чыгардык бу карары. Аны дейиштирмей да япмай 100дан 1/3 3 пайындан жана эстетмей да сайылсын аны сечимлер кечире. Бен сиэм сөйлөмө аны бу норма аны биз шинди кабилеттик. У бүтүн дүйнөдө бөйле нормалар кечерлер, канунлар. Молдовада да хеп президенти айырырлар, башка кишилери 100дан 300 инсан жок, бүйүк процент миграция, ченгдерде ише чалышма башка жерде, башка девлетлерде жылдан келмерде. Ама алар лазым калсына списокто. Он үчүн да дейиштирдик. Гагаузия халкы топлушун депутатлары бүйүк айын 24-дүндө аяптылар дейшилмеклери бир түрлү өйдөмөк үчүн канунуна. Аңгы колулуклары буу айчерин сынара үйрөнди биздин корреспондентибиз. Geçen yılın baba mart ayında halk topluluğu kabul etti birleşik ödemek için kanununu. Angısına göre bakılır ki tükenlerin kemimek punktların başları çekilerek 2023 yılın büyük ayın birinden lazım alsınlar kasa aparatını. Ekonomik krizine göre deputatlar nasihat ettiler yapma doğrultmakları bu kanuna. Поправка – это то, чтобы продлить на один год, отодвинуть срок действия закона, принятого 9 марта прошлого года. Поступила поправка, поправочка поступила от Александра Георгиевича Тарнавского. Мы, когда рассматривали на заседании нашей комиссии, у нас голоса разделились, и поэтому просто решение принято не было, но мы обязаны на заседании проголосовать за эти поправки. Кенди сырасында Гагаузия халк топлушун вице-спикер Александр Тарнавский сайер, ани коллегаларын жүмлелери чөзмечкилер алыш-вериш адамларын проблемаларына, ама он азат этти ки баканы комитети алыш-вериш адамларын тутурмак фондундан булсун финансылары алмадини хер бир экономика агентине касса аппаратына. Коммунистем социалист фракциянын депутаты Иван Димитроглу Тарнавскийин инициативасынан кайыл олду. О кадар ки ургулада аны бар риск ки баканын комитети аны кабыл этмейчек. Сегодня будут ссылаться на то, что в бюджете, котором мы утвердили, это не было предусмотрено. Соответственно, они на основании этого, скорее всего, нам отменят. Есть риск, что люди останутся как бы с этой проблемой наедине. Депутат Леонид Кесян Гасихепеля Герер коммунистем социалист фракциясы на ургулады процедура моментлары için эрлем кабледилер сидлер дуртмаклар ки алма касса аппаратларына.
Это все приняли, пока во втором чтении, пока исполнительный комитет, если, допустим, оно это выполнит наше постановление, нашу поправку об выдаче, о закупке кассовых аппаратов нашим экономическим агентам. Это займет кучу времени, это может месяц, два, три, четыре, а они в это время станут уже, они уже уязвимы, потому что уже после праздника начнут налоговые ходить, наказывать, штрафовать. Чикуш Олдуани, Александр Тарнавский, Кайл Олдукин, коллега Ларена. Очень правы коллеги в том, что даже если мы придем к общему консенсусу по этой поправке, исполнительный комитет ее не выполнит, то мы просто навредим людям. Поэтому я не так ярко не защищаю то, что я предложил, потому что когда честный диалог и честное сотрудничество – это одно, а когда играют с нами, потому что исполком в прошлом году предлагал вести кассовый учет, сейчас предлагают еще на год продлить, то есть диаметрально разные предложения, а одного того исполнительного комитета. А люди – разменная монета в этом все. Баканы комитетин башын ilk yardımcısı Иван Калиоглу жауап етті критикая депутатларын тарафындан. Считаю, что дополнительное раздразнивание, да, исполнительного комитета, что вот они принимают такие решения в 22-м году, такие решения в 23-м году, это неправильно. У нас сегодня меняется ситуация, все мы знаем, с чего начался год и как он поменялся для предпринимателей. Поэтому и позиция, соответственно, также изменилась. Бас конмаклардан сорын депутат корпусу верди сетлерни ки гечерме касса аппаратларын алмасыны та бир йыла. Алыш вериш адамларына дейни. Англары чалышырлар тек юдеме канонна гюре. Проигерерлер тюкеннар хем имек пунктлары англары булнерлар дил бюк япыда. Табир юнемли дейшілмек олды табир канона индивидуал алыш вериш патенты ичин. Бакаракона 2023 йылын бюк айын бірінден патенты куланан инсанар лазым юдесінлер Миллет Социал Сигортан фондуна. Коммунист хем социалист фракциясы насаат етті дейштірмея бу пункту. Патенты куланан инсанар лазым япсынар юдемеклері 2022-2023 йыла кенді істемелеріне гөре. Ама чекидерек 2024 йылын бюк айын бірін. Bunu lazım olacak yapmak kanuna göre. Bulundular ki onlar da kim karşı gitti bu değişilmeklere sahip ani dil doğru yüdememe sosyal fonduna. Вы сейчас хотите помочь 1500 или 2000 патентообладателям, но остальным жителям вы хотите плюнуть в лицо. Почему? Не имеет значения сегодня ты патентообладатель, работник ты государственный или работник ты частной компании, у тебя снимают по закону соцфонд. Депутатын Валентин Гайдаржынын бакшына гөре, инсанлар англар чалышырлар башка занаатларда бүгүнкү күнө онура суурмайрлар. Терлерим онна юдеме социал фондуна осы истемерли. Канун хепси жийне бир түрлү. Когда мы говорим о тех моментах, что у них нет пенсии, они все взрослые люди, адекватные, они сами готовы принимать решение, получать им старости пенсии или все-таки заработать эту денежку, инвестировать в своих детей, чтобы они в будущем, обеспечивали. Bu soruşun bakmasından sonra deputatlar kendi setlerini verdiler, koyulmuş doğrultmaklar için. Maria Statova, Zinede Kanser, Grigori Stavil, Maria Kazaku, GRT Haberler. Bu yıl dolay yolların infrastrukturasının yeniletmesine devlet bütçesinden verili 21 milyon liradan ziyade paralar gidecekler nece derinden düzmek işlerine öyle de tutma yolları iyi halde kış zamanında plana koyulu yeniletme bir sıra önemli yolları. 2023 yılda düzmeye dolay yollarını Gagauzya'da verili yakın 21 milyon 780 bin li. Regionda ilerledikler düzme kişilerini Caltay Beşgöz yolunda. 2023 yılda müneyitlere avtonomiyanın bütçetinden verilecek 15,5 milyon li. Bu finanslara düzecikler 2 kilometre yoldan ziyde. Hepele 2 milyon li harcanacak düzmediğini Katovski köye girmediğini yolu. Yarım milyon li verilecek Karbaliye köyüne doğru yolun düzmesine. Paralar gelirle yol fondu. Bütünden düzmek programasına koyulu tertipleme 17 yol bu uğradığını harcanacak 20 milyon liden ziyde. 2022 yılda yol fondunda düzüldü, yol fondundan, Gagauzya yol fondundan düzüldü Joltay yolu da 2580 metre bu yıl oldu, asfalt koyuldu. Geçti yılda oldu 2140 metre. Şimdi biz
та yaparız asfalt koyarız bütünden neden delik tıkama kuyu tıkama biraz daha para çok alıyor ama tem şibonka yollarda da her yılın lazım nesi yapma böyle asfalt koyduğunun daha zorluklar gider. Asfalt yol da yardımcı oluyor köylere yaşama, investisyon getirme, primarlara, yaşayanlara, en başka köylerden de birbirinden gidip gelme. Paralar hep öyle bakılı ki azaltma yollarız gelmelerin sayısını, lav gider koyma adını yol nişanlarını hem signal direklerini. 2023 yılda bu niyetleri avtonomiyada belli edildi doğrultma 481 binli. Regionun yaşayanların bakışı nihalda bün bulunuyorlar yerli hem devlet yolları değil bir türlü. Ездить можно, дороги хорошие. И халда не кадар тайлеры. Варниче гитме йоллар и... Небо и земля. Плохая дорога, у нас селе дорога плохая. Бізде күйде йол прост ямырлардан соран тады прост бише япмадылар. Вполне нормально. Дороги. Проселочные, очень хорошие дороги. Ну, здесь более-менее так еще. Есть что доделать. И халда булнерлар малсус ян сокакларда, ама касабада битки йоллар, йоллары дюзерлер. Баш күйінде да йоллар и бияз вариантта. Даже тоже хорошие дороги. По улицам везде белый вариант. Очень плохие. Платим даром деньги. Вот я водитель. Йолар бізде пек прост бошына йодерис паралары бен араба кулынычысы йодерим, ама йолар хеп прост дюзерлер, куйлары ямырлар, ама онлар гене пейдаланырлар. Асфальта и все. И через две недели такая же яма. 50 на 50 нет. 50-50 я йокынче сөйлейм, ани йолар пек ихалда. Лазым ишлеме да калтеле япма ишлери. Паралар буна бюджетта вар, ама лазым калтеле япма. Soruş vermediğini paraları yolların düzmesine lazımdı bakılsın Gagauzya Halk Topluluğu'nun oturuşunda. Büyük ayın 24'ünde. Ama onun bakılmasını geçirdiler gelecek oturuşa. Вы знаете, по положению, утвержденному Народным собранием, утверждение подобного рода программ входит... Siz bilirsiniz kanına göre angısını kararladı Gagauzya Halk Topluluğu bu programların işlemesi de girer mahsus Halk Topluluğu'nun kompetensiyasına. Ama buna bakmadan bakanın komiteti çok vakit hesaba almadı bu kararı da pay eder milyonları kendi bakışına göre. Bizim istemeklerimiz versinler dokumentleri hem kepele kabul edilmiş kararı kalırla işitilmedik bu yapılır saklı. Laf gider vurguları milyonlar lehi için. Kendi bakışını bu soruşa açıkladı Gagauzya Halk Topluluğu'nun вице-спикер Александр Тарнавский. Исполнительный комитет распределил больше 20 миллионов леев. Баканы комитеті пайетті 20 миллион лейден зиря кануна каршы хем бізден йокан карар буна. Бунан каре онар каблетлер бу документи да бізе вермерлер ону ки біз ону инкар еделим. Йок онар да сайгы Гагаузия халк топушына. Баканы комитетін башын ілк ярдымчысы Иван Калиоглу жуап етті депутатларын критикасына. Правильно было отмечено, что из года в год программу дорожного фонда утверждает исполнительный комитет, и это компетенция исполнительного комитета. Дору есабалында ани йылдан йол фондун программасы бакылыр баканы комитетинин теребуунун ишине кирет. Бакарак девлет фондуна бу дору. Йол фондун финанслары сайлырлар ерли орунда. Девлет бюджетинден верилерлер. Программайда карарлар девлет хүкүмети ама дил парламент. Онун үчүн каршы гитмейрек. Канына баканы комитети карарлар йол фондун программасына кем үйсе курда ишлеттирет. Мотиво исполнительный комитет ежегодно утверждает программу дорожного фонда и ее успешно реализует. Йолары дюзмек программасына грер дил садионарын дюзмеси, ама тертиплемеси, контроль этмеси, сметаларын япылмасы. Зинеда Кантерлатова, Чук Алексей Герчук, РТ, хабарлар. Депутатлар Бүйүк айынын 24-дүндө карарладылар документи ангысына көрө сыңыра суук заманда финанс жардымы берилечек. Тайлери хепюля карары каблетти баканы комитети. Кыран айында баканы комитети ишлеттерди финанс документини айлалар үчүн суук заманда лавгидер 700 лей үчүн ангыларын яшайындар Бүйүк айындан март айынадын каблетечекилер. Гагаузия Халк Топлушу бюджет комиссиясынын башы Николай Иванчук нышыныды. Ани баканы комитети канына каршы каблетсе бу карары, чүнкү Халк Топлушу пай алмады бу процессте. В то же время грубо было нарушено действующее законодательство. Пункт Е, части 1 статьи 17 закона Республики Молдова об особом правовом статусе было нарушено,
Канунна гитмек олайы. Гагаузия хак статусу канунна гюря баканы комитеты ишлеттерер экономика программаларыны ондан соры ниче халк туплушу буна кенди карарыны берер. Ама буну япмадылар. Бу юзря биз кенди карарымызды каблеттек. Национально-культурного развития охраны окружающей среды и их реализации после утверждения народным собранием. Этого сделано не было. Поэтому мы пошли на то, чтобы разработать положение, ну, как бы оно идентично, для того, чтобы не ломать ту формулу и не вносить сумятицу. Баканы комитетинден ишинадылар, ани кануна гюря хепсин яптылар. Все те моменты, которые нами обсуждались, они... Хепси не ечен лавгетти, герди карара. Сизин карарынызда хеп бу ишляр язылы. Не за основу, а полностью, целиком и полностью его продублировали. То есть это еще раз подтверждает о том, что мы отразили все то, о чем мы говорили. Гагаузия халк топлушын карары бензер баканы комитетин карарына, ама онда вар кеми дейшелмекляр. Николай Иванчук нашинады, а не буя полы унунчин, кидола штырмама инсеннеры. 18-я статья, откройте, пожалуйста. Этого нет в положении, которое разработал исполнительный комитет. Мы его добавляем, но никаким образом... Бесекляди консик из инжи статья сны ангасы йог баканы комитетин карарында. Он добелли, а не инсеннар ярдыму сук вакыдында варынча олайджа каблетсинер 2023 елын биткесинеден. Основание заявлений в течение 23-го года и уплачивается ретро активно, без ограничений, вне зависимости от даты предоставления заявления до конца 2023 года. Буну теклифети вице-спикер Александр Тарнавский, депутат Александр Дюргер нышынады, аниля азым канунда нышынны маки ярдым верельсин 2023 елын касым хемкыран айларында да. Как раз вы затронули период, мы так, я так понимаю, помогаем людям. Биз бы вакыды истерис беллетмя, ниджаннадым сук заманда истерисын сынара ярдым итмя, бу юзеря лазым беллетмя хемкасым хемкыран айлары, илери дору лазым беллетмя финансылары бу ниетлеря бюджетта. Это будет по полугодию, за эти средства там изыскать. Александр Тарнавский Саер, а не буну дилля зымяпмам. Когда голосовали за бюджет, я вам говорил, что 20 миллионов не заложили. Айчан бян сезе сюлядим они 20 миллион лейтиш меджеки инсанра бу ярдыми вермя, сіз аннамадыныз. Біз сізлерімізі вереджейз бұнын үчін, ама пара бюджета та 2 ай үчін йог. Бу файда сіз декларация олачек. Чтобы исполнительному комитету внести изменения в увеличить это финансирование. Чикыштага Гаузия халк топлушын депутатлары каблеттеляр карары. Исполнительному комитету двухмесячный срок представит предложение... Баканы комитетина 2 айын ішінде ішлеттерме карары ангысына гюря белли олачек 2023 елына бюджет канунында финансылар касым хемкыран айларындайын сынара ярдым ічін. Ноябрь и декабрь 2023 года. Гагаузия халк топлушын карары гережек куведя күч Чукаин Берендзян. Бүгінгі күні 17 бин инсан кенди данышмакларыны вердилер ки 700 лей каблетмя. Татьяна Ставилова, Мария Статова, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ, Хабирляр. 2022 жылда Гагаузия полиция изметінде сыя койылды 8 бин кануна каршы олай. Оннарын та чою баалы йол разгелмелеринен. Бу чыкышлары баканы комитетин сырадаку отырышында ачыклады полиция баканы Олег Чебатар. Полиция Бакының хабарларына гөре 2022 елда ачылды 981 ceza işi, ама 2021 елда онларын сайысы тази дейді 1096. Бу селер онын үчін ани бу ел сайы тайы есек. Наряду со снижением общего показателя зарегистрированных преступлений. Бүтінден канына каршы олайларын сайысы есілер, азылар көті үшлерін да сайысы Гагаузияда. Бу сайы есілді 42% танзиды. Олды 91 ар олай. Бакарак 148 гечен ила. По отношению к 148 преступлениям в аналогичном периоде прошлого года. Кепіле көті олайларда кабатлылары белли етілер, сәдежі бірінде де белли етмеділер, ұрқылада Олег Чебатар. 2022 yılın 12 ayın içinde Gagauzya'da sayıya koyuldu 520 yol razgelmesi ki bu vakit geçen yıl sayı kurardı 542. Buraya girerli yol razgelmeleri anılarında var yaralanmış insanlar. 81 yol razgelmesinde öldü 16 kişi, 86 da yaralandı. 2022 yılında na teritoriyi Gagauzya'da zarejistrirono 520 дорожных транспортных происшествий. В аналогичном периоде прошлого года 542. Арабачылар, хем яян кезен инсанлар сыкча есаба алмарлар йол кураларны. Полиция изметчилери сыкы ишлерлер ерлі куветлерлен. Курарлар корумак советлерне.
В 2022 году на территории ГГУЗИ зарегистрировано 83 тяжких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 11 человек и травмировано 86. Унырни тибили итмя проблемалары курмак тарафындан хербер яшамак еринде. Ачклама унары ерлик ветлерлен яшайнарлан. Целью которых является выявление проблемных аспектов безопасности в каждом населенном пункте. Хемберликте чизмя бу соушлары бүгүнкү күнү курулу хемишлер 16 курмак совети түрлү яшамак жерлеринде. Данными и решение общих проблем для их устранения. Полиция баканы бу йыл плана коер курма тазида беле бүлүм автономиян хербер күйүндө хем касабасында. 2022 жылда регионда ачтылар 166 жаза ишини кырсыздык улайлары. 51 да алдатмак улайы. Зинада Канцер, Мария Статова, Влад Табачук, Мария Казакова, ГРТ хабарлар. Молдова жерлесинде кечен йылын сырасында чок йол разгелмеси болду. 78 киши өлдү. 773 яраланды. Эли резерв темы и сюжет. Кирсова күйінде кечен йыл йол разгелмелері сык болдулар. Кимилері йөрүенерлен. Күйін яшайынлары кахырланерлар бунын ичин ама бише апамыырлар. Страшно ездил. Прямо как будто летал. И туда, и в эту сторону. Прямо лично видела. Недавно видела. Днем или вечером? Днем, днем. Днем летал прямо. У нас всегда аварии на этом углу. Вот тут у нас очень-очень страшно даже. Или тут вот на это время несколько тоже? Человек уже сбило, и ребенка одного сбило. Спасибо. Но умереть не умерли, но один вот в больнице сейчас человек. У нас часто аварии бывают, очень часто. Кирсова күйінде сыкулан йол разгелмелері чекілерлер онда нане буяшама керінден чок транспорт кечер. Йолда йөрмек чизілері бар, ама шоферлар нышанара пек бакмайырлар. Мы обращались в правительство Республики Молдовы для того, чтобы на территории села Кирсова были установлены видеокамеры по наблюдению скоростного режима. Для того, чтобы при въезде и выезде водители соблюдали скоростной режим. К сожалению, этих видеокамер не установили. Мы еще раз, пользуясь случаем, обращаемся к правительству Республики Молдова, к региональным властям, всем тем службам, которые имеют отношение к безопасности наших жителей, чтобы они обратили внимание и в ближайшее время установили эти видеокамеры. Потому что жизнь наших людей, жизнь наших детей сегодня под угрозой. Патруль изметин чалышынлар белли дерлер айне девлетте йол куралларын орында компаниялар бүтін йылын сырасында кечерілерлер. Ама йол разгелмелері бұндан азалмайырлар. Согласно статье 208 части 3 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, водителям грозит штраф за непредоставление права преимущественного движения пешеходам от 900 лев до 1500 лев. И 4 штрафных очка налагаются как дополнительные наказания в отношении водителей. Пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения и перешли дорогу в неположенном месте, им также грозит штраф в районе 300 лев и 450 лев максимальный штраф. ГГУЗИ-да 2022 жылда 520 йол разгелмеси болду. 83 оннардан ар йол разгелмелери 24-ү да үрөйнөрлөн. Светлана Димитрогла, Елена Радкогла, Влад Табачук, Алексей Герчу, ГРТ хабарлар. Чадыр яшта буынанын сынырын меркезінде авар ии кошулар ки урада яшасынар хем дененсинер пенсияда буынанын сынар. Оннар ичин урада хатыр гудерлар. Бу курум чалышыр 22 йылын сүресінде. Анна Дэр, Татьяна Доброва. Яшта булунан инсаннар меркези гелерлер бу курума ки кенди яшамасыны бырада кечирме. Бизим яшаяннар сайырлар ани аналары бобалары диллязым бөлө меркезе верме, ама яшамакта хер түрлүү олайлар бар, нереде башка чыкыш йок. Кимер керет генчлер аналарыны бобаларыны бракырлар яшта инсаннарын меркезинде, чүнкү сыра келер казанча ашырыя китме. Бир меркез нерей бар нича данышсынар бизим инсаннар бар чадыр касабасында. Баштан ени келен инсана зор сынашма бу ере, ени кошуллара. Ама кечип вакыт яшта булунан инсаннар булырлар бырада раатлык, хем дуерлар чалышаннардан хатыр. По закону Молдовы 75% удерживаются с пенсии и 25% им на руки.
Второе – это по положению устава дома представителей. Молдова девлетин канонуна гюре 75% яшаян инсаннарын парасындан гидер харчлара, 25% верилер яшаянларын иллерина. Евин уставына гюре бір гүн булунмак баасы 700 лей, айда чекер 3100 лей. Эпсі документлері топлары сербер яшаяндан, унларын барлыйна кимсе докунмай. И там даже если это имущество, мы никакого этого не имеем отношения к этому имуществу. Если дети оплачивают, мы не имеем никакого отношения. Даже если они не оплачивают, мы не имеем отношения к этому имуществу. Брада бүгүнкү күн яшыр якын 40 кишия. Унары бакарлар 15 чалышан. Меркезин башын лафларына көре бу тертип гөзеллик узманнарын япылы эллеринен. Унар кувет хем вакыт бу меркезе койдулар. 70 лет я вышла на пенсию, на базаре работала. И вот после этого, не знаю, сколько я была, вышла. Второй раз уже на пенсию вышла с базара. 70 yılda ben çıktım pensiye. Panerde çalıştım. Bütün yaşamak işledim. Sağ ol bu yere nerede ben büyün bulunuyorum. Pek yufka geldim burayı. Ama geldim kendime burada. Желательно, чтобы здесь был спортивный зал. Ну, не зал, но пусть какая-то комната спортивная. Потому что здесь в основном все после микроинсульта. Им нужно разрабатывать. Допустим, у меня рука парализовала ногу. Да и многие здесь такие. Мен пек истеем спорт одасы олсун барада. Биз инсульттан сора лазым тренажерларда чалышалым, салый дорудалым. Да, тренажеры. Несколько штук, их же можно переносить. Где-то вот сидишь, допустим, в комнате для отдыха сидишь, заодно разрабатываешь руки-ноги. А так сами, конечно, тут приобрести не сможем. Нет куда, питание дорогое, отопление дорогое, сами знаете как. Сыжак имеклерин кокусу гетерді бізі кухня. Бұрада кайнар имеклер. Бүгістірер ани гелер имек вақыды. Та өте біз икамак одасына гердік. Бұрада тертіплі чаршафлар хем хер бір еш кенді ерлерінде дұрыр. Мааза да долу имек малларыннан. Бүгістірер ани курумын башында дұрыр ии хем чалышкан чорбаджы. Мы находим родственников, которые здесь есть родственники. Мы находим их, и вот мы их хороним. Есть моменты, даже те, которые живут... Біз бұл әріс яшаманын айлесіні да гөмеріз бірдан. Бұл бір енілік бізді. Бар кыпымнар нереда йок насыл қысымнар кечінміш анасыны яда бобасыны алсынар еряда кечірсінар біткі йола. Біз бұрада бұл кошулары діл чоқтан япырыз. Это не те условия, и чтоб соседи тоже не говорили, что какие-то запахи. Вот поэтому мы здесь эту услугу. Мы третий год, значит, после того, как мы... сделали договор о сотрудничестве с церквями, то мы хороним отсюда. 2019 yıldan bu merkez Çadır Kasaba Bakanlığın balansında bulunur. Татьяна Доброва, Григорий Ставилов, Артём Топал, ГРТ Хабарлар. Программаның ikinci bayında сиредіңіз башка мираклы олайлары. Конгачи күйінде бу якынырда башаражыклар паклама станциясыны дүзмен. Гайдар күйінде бір сыра проект Европа Кю программасына гүрі геріштірелер. Башланқы классларда ғауыз ділі хем литературасы үйренмесі үшін ені курикулын құрылды. Дезгінжай күйін үйретім құрымында үйірті үдізерлер. Неже кедерлер ішлер, анадыр бізім корреспондентымыз. Kullanma eski okulun yapısını ki açma burada merkezi nerede uşaklar hem de gençler geçirebilecekler kendi hayalak zamanını zanatlanıp birden sportlanda dizginçe köyün yerli kuvvetleri kararladılar Avrupalı köy programasının yardımından. Eski okulun yapısı düzülmedi 2000'inci yıllardan bir yere onun için kararladılar çiketme yurtunun yapılmasından. Angısı kurer 1470 kvadrat metre. Bizim arkamızda şimdi bulunan eski okul. Nereye biz şimdi yaparız büyük bir proyekti 3 milyon 54 bin liraya bu proyekte gireyi bizde yapma aşkı olan yörtüsünü, okulun yörtüsünü hem de bu bir parça korpusu indirme aşağı, yıkma da indirme aşağı orada da yapma yörtüyü. İlle doğru bu бина çalışacak önce sosyal sport uğrunda. Бізде бір тарапында, бір бөлімінде бізде орда кеде борба олы.
Или дорта бисишли дизлин. Бо бинаи чалыштырма инсан ичин дейін осы бірді башқа кружокла осыны, занатлан осыны ұшақла башқа тарафта да олчық социал центр бізді. Замандашта ерлештірілер үртінің одындан каркасы, хепілі япылырла бетондан ішлі, кайвлештірме дейіні конструкцией. Бұғы ішлер не лазым япылсынлар проекте көре. Примарияның планларында варяпма ремонт ішлеріні япының ішінде де. Бұ нейте ерлі көветлер яклашыжықлар яваш-яваш. Нишанады дізгінжі күйін примары Василий Капсамон. Біз дүшінеріз дейіні үнде кенді парамызын, үнде де регионал парасының грантларынан үлі дор ішлеме дейін бұл бінай кеттірме істілі ұра. 3 миллион 54 бін ішінде бақса жақырша енді бұл ұтма енді дүзлетме бұл тарапында. Бұл проект башланды 22-й елім біткісінде. Башлайчик ішлялі азым бітсіне майын біткісінде 23-й елда. Барабар бұнынан примария япыр башқа ішлері да күйді. Школа япының қаршысында бұлыныр күйі гимназиясы аңғысының ауылын чинде бұлдыр койылды брусчатка. Япма бұны ойду ерлі баш инвестицияларлан. Гечен ел гене бір проект бізде барды, капитальны влажыны местна азначені. Аңғысы койылды школан үйінде 1000 квадрат плиткадан зейді. Бұл тұтту бізді 500 бін лей аңғысыны біз біттірдік 22-й елім біткісінде. Емді бір проект аңғысын біз бүйік башардық, аңғысыны біз яптық исполкомнан Емнародное собрание лен бара бар. О, бізді школан бір бөлімінде біз ачытық ұшақ башшесі, 2 группая. Орда бізді кезе ішімді 60 ұшақ. Подготовительная группа была, урегите 1 600 000 лей, у пара ниже исполкома пара сагиторы, ниже де местные пара без койдук. Бубер проект, он без сам нашел таяптыкане, барабар я палым, гостерельмане, ниже местные, без буна истеем из вар, он лязм на бу проект, леда исполком да гёртан без лязм, он надо гитле без на встречу димик. Да, я бы бара бар бу проекта. Шимди бизде демек ани Гагаузиянда эң гүзел бир бөлүмү бар, нереде ушаклар кезели. Гагаузиянын башканы Ирина Влак таанышты иштердин процессинин булушту примарлын кем да гимназиянын директорунун. Полина Барбова, Мария Статова, Влад Табачук, Мария Казаку, ГРТ, хабарлар. Конгаши күйінде бұй ақынырда башаражықлар пакламақ станциясыны дүзме. Бұй іш япылыр 1-2 илін сүресінде ачықлар темы и сюжет. Конго шекуінде су пакламак станцияларын дүзілмесі финансланыр Европа күй программасына көре. Бұ проекттен сон этапы аңғысына көре күйде тайлары кечірділер су системасына хем канализацией. Примариян заметчілері та 2012 елда башладылар хазырлама бұ проекті. Паралары бұ урадені верділер Молдова Девлетін экология фондундан хем кепілі 15% контрибуция койды ерлі күветлер. Бұ проекті біз чекеттірдік 2012 елдан, біз чекеттірдік оны фиятладан. Biz onu yaptık 1,5 yıla kadar. Sonra biz başladık arama parayı. Bu büyük proyekt 27 milyonluk. Biri ona inanmadı o vakit. Biz de inancımız gelmedi. Hani bir seçeceğiz bu havada ete bitkisini uca göreyiz. Bugünkü üyde işler giderle düzmeye değini iki paklamak stansiyasını 150 kubometreye hem 40 kubometreye. İki obyekti de başaracaklar düzmeye 2023 yılın çekitmesinde. Proyekt... Лямды япма күйі сусыз дұрады. Да біз яптық бір бүтін проект. Хем суы чектік, хем су, хем канализация, хем баклама курында начиной сооружениелей. Да те бүгінкі гүне бұ еларда біз яптық хем суы чектік бүтін күйе, хем канализационный сетілі чектік қалды. Те бен сізде сөйлем, ане, сіз кендіңіз көрдіңіз. Гидер наватка оборудование, бен санем, ане, ке автоядан бұ начиной сооружение уже олжек қазыр, да бүтін күйін яшынныры якшаджек Кошусына бірі, ама қауэта бір проблема, бен дедім электрик тарафындан лазым чекмей электрик, ане епсі жи бұ ішлесін. Күйін примары Дмитрий Кизлин ұшаныр, ане су системасына хем канализация екілі яқын 500 евро егермер девлет күрімнері хем юридик инсанлара. Европа күйі милет программасы чекеті ішлеме 2022 елда. Чылшыр конкурслера көре аңғыларында апайлырлар примариялар. Онар верерлі кенді инфраструктура проектлеріні энергетика шақ су хем канализация орларында. Примариялар да бар кулайлык истесіннер финансылары, дүзмәйдейіні йоллары, окуллары, ұшақ башыларыны, хем культура евлеріні. Мария Статова, Зинеде Канцер, Григорий Ставилов, Алексей Герчугарты, хабарлар.
Гайдар күнде бир сыра проект Европа Кю программасына гүре гириштерелер. Дүзмәк ишлеріні апырлар культура евінде хем башланғы окулын бинасында. Нереде плана койлу ачма келі музейні хем устаджылар айдені одалары. Проекттен гириштерілмесіні контроль әтсегі Гаузия башканы Ирина Влах. Гайдар күнде культура евінде апылар дүзмәк ишлері спортзалада хем культура меркезінде юрту енеленер. Гириштерелер проект ерли урунда донор грантларын ярдымынын хем Европа Кюю проектына гюря. Финансларын бир пайы верилди спортзалынын дюзмесіна. Севендерер, ани ени кюветлер, гириштерелер проектлери дил садикинди кювединнен, ама верилмиш баканы комитетинден хем ГГУС халк топлушун финансларынын. Башланкы окулун япысында плана койлду ачма музеи янгысы верилиже колайлы Гайдар күн культурасыны, хем историясыны корума. Нышанады ерлина сатын секретари Галина Капсамун. Все знают, что наше село славится ковроткачеством, и у нас имеются очень множество объектов культурного наследия, это ветряная мельница. Безим кюю анылэр кенди келимнериннен, варчок культура зингинеклери, дермен, гичеререс мастер-класслары, ниджи докума, кырма келим, вархепси кулайлыклар илерлетмя туризму уруну, адетлери хем культураи. Отдельное здание, где мы сможем разместить наши музеи, ковра, наш историко-краеведческий музей, где мы сможем для детей выделить помещение для творческой мастерской, где каждый сможет проявить себя, в том числе и дети с ограниченными возможностями. Гайдар примары Илья Киосяу, Ургулады, Аниеша Энархим, Кю администрациясы, Сава Шерлар, Чалыштырма, Хепси проектлери, Ки Кю и Лерлесин. Надеемся, что в 2023 году мы будем участвовать также в проекте, выиграем вторую часть проекта и сможем закрыть полностью это здание. Европа Кюн программасы на гюриатора Дылмыш проект верди колайлык безя дюзмя башланкы укулун ески бинасында музеи. Нереда олажек туалет, душ, хепси не лязым. Пенчерилер хем капулары диштерилмиш. Олажек бизде хем да тренажер залы да. Велосипеды, гантели, то есть полностью зал будет оборудован тренажерами. Гайдар күйін культура сыны, хем история сыны корума күй яшайынарын баш давасы. Ирина Караман, Леонид Арфанос, Алексей Герчу, ГРТ хабирлер. ЮНЕСКО куруму койду Гагауз делени бир сырая кайбелян ер үзінден делерин арасына. Оны корума дене автономиянын куветлери курерлар түрлі стратегиялары хем программалары кедели корума хем илердесіме. Бұй еш үшін сөйлерлер дел сәзі лингвистлер, ама Гагаузе халқты пұлышын депутатлары да илердезер темы и сюжет. Дилин корунмасы бу юнемле стратегия халкын илерки яшамасына дени. Гагаузияда 2018 жылда кабыл эдилди канон корума дени ана дилини. Она гөре ана дили лазым кулансын яшаманын Майхервер бөлүмүндө. Бу инициативага гөре окуларда башланкы классларда 1-2 дерс чевирилди гагауз дилине. Гагаузия халк топлушунун депутаты Михаил Железоглан ышанады. Аны куветлерин үстүндө бүйүк жоопкулук аны биздин ушаклар үйсе корда билмейлер ана дилини. Ben sayım hani burada hem büyük kabat devlet insanlarında, deputatlarda, bakanlık komitesinde, primarlarda, nasatçılarda. Ben sayım hani biz lazım alalım örnek Deniz Nikolayevich'ten Milsolam kullanma ana diline. Zivo peksle anlardı hani kultura, imde dil o sıkı bağlı halkın yaşamasına. O sülerdi biz de biliyorsun hani. Вар дил, вар халкта. Кайбели дил, кайбели халкта. Да бен сайым ани биз буну дил лазым умдалым, лазым кенде ана дилимизди колланалым. Хе бу бакышы тутуры журналист язычы Федор Занет. Осы ер аны юсек куветлерді, девлет курумнарын заметчилери де лазым билсинар гагауз дилини, хем окуларда таасы кону кулансынар. Чан баша келер ватионна ким билмей гагауз дилин колунması için yok önce hiç bir lah gitsin. Bu bir. İkinci. Lazım prikaz çıkarma hani skolada direktörler yok nece zoruna laf ettirsinler uşakların Rusça. Гагаузиян билим меркезин башы Ирина Константинова нышаны да аны ушаклар лазым билсинер кенде ана дилини хем үйренсинер язычыларын яратмаларына. Гагауз дилимиз чок шыралы. Гагауз дилимиз чок гөзел. Денис Анасоглу кенде ана дилини чок северди. Онуштан
Ona giren insanlar hiçbir zaman başka dillerde konuşamazdı. Onursa biz de isteriz. Bizim uşaklarımız Kireplunga'dan, Çadırlunga'dan, Komrat'tan, Kirsova'dan, başka da köylerden de bilsinler önemli güzel şiirlerimizi hangi bizim ana dilimizdir. Bizim televizyon grupamız Yürende regionun yaşayanlarında ürederlerime onlar uşaklarını ana diline kim lazım mı onu ilerletme. Bakışlar bu orada değil bir türlü. Безусловно нужно развивать наш гагаузский язык, потому что lazım ilerletme bizim dilimizi zire ondan çekilir bizim geleceğimiz. Bizim dedeler, analar, babalar savaştılar ki bizde olsun, avtonomiya ki olsun, haklarımız da şimdi bizim evlat boyları lazım bunu ilerletsinler. Должно, оно обязано это все развивать и держать в тонусе. Это в нашей крови. Bu bizim kanımızda da biz lazım bilelim bizim adetleri lazım uşaklara deyini Gagauz dilinde oluşları geçirmeye ya da okullarda olsun yardımcı kurslar. Nasıl davet nasionalni şkolu? Lazım kurma millet okullarını uşak başlarını da sadece o zaman avtonomi olacak çok yıllara. Ben söyledim çok kere bu iş için ama dil lazım söyleme ama lazım öğrenelim Gagauz dilinde. Прекрасно владею ситуацией, что в школах он хорошо преподается. Bilirim, hani okullarda iyi götürürler gagauz dilinde dersleri. Uşaklar büyürler, hem bilirler kendi dilini. Literatura uğrunda tiparlanır, çok yat, panika kaldırma dil lazım. Ama geçirme ana diline ortaokulu dil doğrunca söyler kişin yok. Böyle panikavat не надо, а переводить, чтобы, как говорит Кишинев, среднее образование на гагаузский язык, это глупости. Я гагаузский не особо знаю, но... Ben pek bilmiyorum gagauz dilini ama isterim öğrenme. Bu pek faydalı. Eğer varsa avtonomiya lazım olsun dilde. Avtonomiya ведь есть, надо иметь язык. Gagauz dili girer Türk dillerin uğuz grupasına da bulunur kaybilmek uğrunda. 2010 yılda UNESCO kurumu koydu onu dünya dillerin atlasına nice kaybelen dil. Zinede Kanser, Vlad Tabaçuk, Artyom Topal, GRT Haberler. Конгресс Кюнижак башчасында актив юренелар гагауз дилине автономиянын башканы Ирина Влаг барабар күйүн примарынын болундулар үйрөнмөк курумунда нереде кечти ачык дерс. Конгресс Кюн золотой ключ ушак башчасына кезер якын 90 ушак. Үйрөнмөк курумунда үйрөнерлер гагауз һәм молдван диллерине билингвал программасына көрө. Үйрөтүүчүлөрдүн лафларына көрө, гагауз дилине ушаклара зор үйрөнмө, чүнки ийбде алар конушмайлар ана дилинде. Занятлар кечерле пек мераклы, ама бир проблемамыз бар, ани евде ушаклар, аналар бабала ушакларын лаветме лагагуйши. Ончен биз оннары ялварырыз, ани та чок лаветине гагуйши. Ер занаттан сорам, биз оннары йолырыз вайберлара, мини месажлар, диалогла курсуна не гөрела евде, ону да лаветине вот темая. Дерслерин биринде болунду гагаузия башканы Ирина Влах. 2 йыл бу программа ишлер. Çok kişiler geçildi bu orada ama ben sanırım hani ta çok lazım çalışma hepsine yürütücülere hem analara da babalara. Biz her zaman söyleriz hani bizim uşakla lazım lafetsine ana dilinde. Siz her zaman söyleriz hani bizim uşakla lazım bilsine devlet dilini. Ama dilin biz dil sayım söyleriz bunları. Biz Курыры сөйле условиялары, они хер бир окулда чочук ушак нашысы юренсин. О зор, йолда біз булынырыз, неден зор, они чок ил бурда біз биш япмадык. Шин бу 2 ил гечти, да біз бюн гелдик, да бен бакырым. Не олду, не дешилди, не лазым та япма. Сау стерым сөйлеме бізім юрежилере, муна чалышырла чок и гюзел. Ама стерим лафетме да бизим аналарлан, бабаларлан, ким ушаклары кетири школаларга, ким ушаклары кетири ушак башчасына, она да анасына не ишин биз бу программы коерис, не ишин биз буну яперис. Гагаузияда ишинден соң 3-жу жыл кириштирилер мультилингвал үйрөнмөсү. Одордулуу она ушаклар та күчүктөн билсиндер ана дилине хем кепеле дипли дилине. Чүнкү не кадар та эркин ушак үйрөнөжөк дили İyi onu bilecek. İkinci etapa göre uşaklar dili okulda öğrenirler. Maria Statova, Zinaida Kanser, Grigory Stavilov, Artyom Topal, GRT Haberler.
Башланкы классларда ГАУС дили хем литературасы үйренмеси үчүн яңы курикулум курулду. Экспериментал программасында 26 үйретүүчү ГАУСынын 5 үйретим курумундан катылды. Бул проекттин өзөлүктөрүнө ачыклар Валентина Чубан. ГГУ дили илерлесин хем евлат бойлары онда сербей стлафетсин дейне окуларда ГГУ дили хем литературасы дерслеринде үйретмек программа и хем методлары дейштірме алы азым. Бу сой чыкышлара гелен үйредичилер алындылар да экспериментал курикулуму курдулар. Бу иште онлара Мария Марневичина адына Билим Араштырмак Меркезин узманнары хем Молдова девлетин билимчилери ярдымчы олдулар. Хазырландылар методика пособиялары проекта гөре ГГУ дили хем литературасы дерслеринде шинди үйредичилер хем үйренчилер не кадар таа чок лафетсиннер лазым. Ааздан жувап версиннер жумля хем диалог курсуннар, бакышларыны ачыкласыннар. Экспериментал курикулумун хазырламасында актив пай алды Айдар Күйүн Федор Ангелинин адына гимназиясынын башы Надежда Кочанжы. Проекты Джевис айында 1-4 классларда гериштирме башладылар, ама и чыкышлар артык белли. Сөйлер Надежда Качанжы. Умутларымызды кесмерс. Элбетке бүгүнкү күндө ГГУ тилинин дуруму бул нер дил пекиси курда. Бар зорлуклар, бар көстеклер. Бүгүнкү дижисөйлө глобал дүйнөдө чоклук халклар арасы информатив дүйнөсүндө ГГУ тили же бир күчүк халкын тили зор илерлер, өрүер, ама калмыш эле эвелден аны илки азгелер чимен эшерер да халкыбыз да түшүнөр аны эпо кадар илерлейчик үйрөтүүчүлөрүн чалышмасынан ичтен бир да лазым бүйүк яратыжылык потенциал бүйүк кабис болсун ылк үйрөтүүчүлөрдө аны етиштирме үйрөнчүлөрүбүзгө да бул ГГУ-дун баалыыны ГГУ-дун гөзелдигине кескиндигине аны ушакларыбыз севсиндер дилибизди истесиндер лафетме анда хем үтөдөрдө үйрөтсүн да кенде айлелеринде. Экспериментал курикулума көрө проектке катылган 5 үйрөтүм курумунун үйрөтүүчүлөрү 2 жыл сыраварды иштейчикер. Сонучта үйрөнчүлөрүн ГГУ тилинде билгилерин калитеси белли эдилечек. Да үйрөтүм министрлиги карар алачак каблетмеми бу курикулуму осойду каблетмемеми. Ургулады ГГУ жерин үйрөтүм баканынын башы Наталья Кристева. Если действительно этот подход даст положительный результат, то мы будем инициировать на национальном уровне утверждение вот видоизмененного курикулума и нового подхода в преподавании ГГУского языка. Надежда Кочанжы сөйлер, ани илерде таа чок иш бар, ама о башарылуу болсун дейни, ГГУ дили илерлесин дейни, кувитлерни бүтүнө жүмнөмүз бирлештирсин лазым. Бакышма көрө, эр бир жисийнилик колай кириштирилмейт. Эпо кадар адым-адым, яваш-яваш катылдыынан чок уурдан биздин окулда керчекленер бир кач программа аны олсун дейшилмекелеген дейни мультилингвал үйренмеси сорам программа аны кеңишликле ГГУ тилин эр күнкү жашамабызда сөздүгүбүздө аралыкларда хем бул проект эпси жи барабар аналарлын бубаларлын чөзө билерибиз түшүнөрмүн яваш яваш олуштуржубуз тагыси кура сабашыбыз калдырма лафларыбыз. Федор Ангелинин адына гимназиясынын ГГУ дили үйрөтүүчүсү Анна Калак экспериментал курикулума көрө дерслери көтүрөр. О ургулады аны сапалуу ушакларын хавизини ана дилини үйрөнмө. Ана дилини көтүрөрмүн 2-нчи жыл. Та чок ишлердим тейбир предметлерде. Ама шинде уже көтүрөм ана дилинде ушаклар башладылар лайтме. Ана дилинде бизде бир качы болду уроклар, нерде биз яры-яры як көстүрөрдүк уроклары. ДНВ, развитие личности, тюнар дола эки. Да ушаклар сынашла, ГГУ дилинде да сөзлөшөрлөр чок ий. Бүтке шинде биз диштерибиз бир аз кенде бакышымызды бу үйрөтмөгө таачок сөзлөшөрү сомнорун аздан аны ушаклар таачок лайтсиндер ана дилинде да таачок жумля курерис
yeni laflarla cümlə qurur, ta ki, uşaqlarla her bir uşaq savaşır o cümləyi söyləmə, təkrarlama, kim daha zorca layıdır. Amma uşaqlar layıdırlar miraq, imdə avizlə bakırlar kində ana dilində. Наталья Крестева Федор Ангелинин адына гимназиясында ачык дерслерде булунду. Онун бакышына көрө экспериментал курикулумун хем иени дидактика методларын файдасы артык белли. Прошло полгода учебного, и я была на уроке во втором классе. Меня впечатлили дети, впечатлили, как они говорят. Они осознанно воспринимают весь материал, они понимают, они спокойно общаются с учителем. Такой урок невозможно подготовить за одну ночь, то здесь видна системная работа, дающая свои результаты. Действительно, целый урок и учитель, и дети говорят. Они не замыкаются на письме, на каких-то грамматических правилах, они общаются. И для нас это очень важно. Ени экспериментал курикулума гёре 5 үйретим курумунда 780 үйренеджи ГГУЗ дили хем литературасы дерслеринде билгилери кабледир. ГГУЗ'да 16-й керет гечер үйредеджи хем тербейдеджи конкурсу. Онда паялырлар үйредеджилер хем тербейдеджилер регионун үйренмек курумнарындан. Комрад муниципиясынын 8-й светлячок ушак башчысында Тумай Күйүн Ясланын логопеды Лилия Келер кечерди дерс буйрунме курумун ушакларына. Лазым нышанама аны кечирме олайлары башка ушак башчысында хем билмеркан ушаклары зор, чүнкү лазым күчүклери мераклантырма сөйлер Лилия Келер. Ургулада аны коюлмуш давайы уяпты да ушаклары үсек орда көстөрдүлөр кенди билгилерине. Уачыклады аны карарлады конкурста пай алма, кидинеме кенди кубетине хем билгилерине. Ушаклар Biz tanıştık dersin çekitmesinde. Burada da gördüğünüz gibi uşaklar adlarını söylediler. Ben söyledim adlarını. Da önce deyle bir yalpak laf, bir gülüş, her bir karı, her bir buzu yeri der. Дерсин сүрөсүндө ушаклар йетиштирдилер каблетме ийни билгилери букваларын үйрөнмөсүндө ойнодулар мераклуу оюндарды хем дуйдулар кентлерине профессионал чалгыжы. Сегодня понравился урок. Мы учили букву Л. Мне очень понравился наш урок. Мы были в гостях у цирка. В цирке был слон. Үйрөтүм баканы Наталья Крестева ургулады аны конкурс кечер 3 этапта да буйыл истейнерин сайысы таазийде бакараак башка айылдарга. Изметин башы ачыклады аны регионда бар бежериклүү үйрөтүүчүлөр. Ачык дерс дагы бир керет буну көрсөтөр. Логопед из учреждения раннего образования села Тамай приехала в Камрадский детский сад. Она сегодня впервые увидела этих деток, а детки впервые увидели этого педагога. О бүгүн илкерет көрдү ушаклары оңарды үйрөтүчү. Сиз анарсыз неси жубаплык, неси устажылык лазым болсун ки ушаклар ачылсын, белли эдилсин оңарын потенциалы. Менин бакышыма көрө, логопед япты коюлмуш давалары да бян туймадым сыкынтылуу үйрөтүчүнүн хем ушакларын араларында. И дети, я не чувствовала того напряжения, которое может возникать между незнакомыми людьми. Нече ургулады Наталья Крестева үйрөтүүчү хем тербейдичи конкурсу будил ярышмак, ама бүк профессионал окулу нереде хер бир үйрөтүүчү ачер кенди талантларына үйренерлер бири-биринден. Конкурс кечечек Баба Март айынын 3-үндө. Динада Канцерлата Бачук, Алексей Герчук, РТ Хабарлар. Бүйүк айынын 25-инде православ христиандарын ышынадылар Татьяналарын күнүнө. Биздин сюжетибиз карылар үчүн аңгылары боо ады ташыярлар. Бүгүнкү карылар Бусевян ана Евсабийка хем бежерикли узман түрлүү заман бөлүмдөрүндө. Биздин сюжетибиз карылар үчүн аңгылары көтүрөрлөр кенди изметини жүмүнү корумак уурунда. Полиция заанаты карыларын тарафынан истенилер маасус бежермек хем билги. Татьяна Кунчева полиция бүйүк офицери Чадыр касабасындан бул өрнөк гибе чоюу инсандарга. Биздин кахраман жубаплы хем сайгылы. Ота окулдан истер долсун полиция узманы да кенди истемесини чыгарды аслыя. В полиции я работаю с 2008 года, вот уже как 15 лет. Почему я выбрала эту профессию? Потому что мне всегда хотелось помогать людям. И в школе, в 5 классе я уже определилась, что я стану полицейским. Помогает ли мне профессия в моей жизни? Конечно.
Профессия полицейского помогает мне быть. Бен 15 ел чалышерым полицияда. Күчіктен істердім фагон омузларымда ташыма. Да бенім істемен башарлы олды. Бұ заанат бана пек ярдымжы. Ой үретті бені олма та яваш, сабырлы контрол етмек ендімі. Бен ішлерім ұшақларлын түрлі ситуацияларда болуныерым. Проблемалары ачықларым дейрінден, хем бақырым бүтінден. Савашырым карарлама проблемалары хем да ярдым етмек епсіне. Что-то происходит, и которые нуждаются в помощи. И, конечно, я стараюсь вникнуть в проблему, в каждую ситуацию, в каждую проблему с ребенком и с родителем. И, конечно же, помогаю им решить данную проблему, следуя букве закона. Татьяна Херсаба планер гюнюну. Бюйк офицер Кунчева гетурер кенди изметини түрлю хавада, хем түрлю кошулларда. Онын иши алыр чок вакыт амакары, бу иште гечер хепси зорлуклары да булыр вакыт булунма айлесиннен да. Мне, наверное, как немногим, очень повезло. Бана пеки или на или илен. Беним ешим чалыш мэр полис орунда. О бенит пек туттурэр. Билернинча бен бейнерм кенди заанатымы. Полицию, насколько я люблю форму, он меня полностью поддерживает. Табир юрнек бізім каарылара Татьяна Кусурсус, о бюйк юк баканын офицеры. Онда вар хепси калителер каары ичин пагоннарлан. Сабурлук, гергинник, сигурлук. Гечан ил о башарды Молдова девлетин полис академиясыны, да бюйн кулланер кенди билгилерини практикада. Коллегаларынан карабинер бөлүмүндөн коруерлар жумнии. Кимса сөйлейджи кани бу дил каары иши, ама Татьянанын вар кенди жувабы бу соруш ичин. По образованию я опер. Но по окончанию я приняла решение прийти в карабинер. Бен опер. Ама айырдым юг баканның карабинер занатыны. Зорджа кемер сыра олыр. Ишин вар ии тарафлары да көтті де. Хич гүжен мермане айырдым бұ йолу. Бұ занаты бен айырдым, хемді бенім ұшама да оны насат етчем. Помогает человеку стать настоящим человеком. И эта профессия вырабатывает в тебе дисциплину. Вот мне больше всего хочется, чтобы мои дети были дисциплинированными. Карлар погоннан омузларында будил сади гөзел, ама ходуллу да. Бизим кахраманымыз сөйледи ани яшыр кенди изметтинен. Бир сюжетте йокунча ачыклама хепси карлары аңгылар чалышырла полис орунда. Коонларын жанларында шыласын атеш, үзлери севгийлен долсун, погоннарында да тази да илдыз пейдалансын. Хочу поздравить всех Татьян с именинами, пожелать здоровья, счастья. И завуч в моей школе всегда говорила. Истерим кутлама Татьяналары, адырым салык кысмет. Бенім окулымда завуч хеббер диярды, адырым салык кысмет, хемда паралу оласыныз. Тебен да сізе бұну адырым, паралу оласыныз. Это очень важно, и без этого мы, к сожалению, никуда. Я хочу поздравить всех женщин, которые носят имя Татьяна, без разницы, в погонах они или работают. Кутлэрым хепси карлары ким ташират Татьяна, адырым салык услулук айленізде. Бізім ішіміз та бізі севіндірсін, хем да ұшақларымыз ұслулықта яшасын. Наша работа нас радовала, и наши дети нам приносили только радость. Татьяна Доброва, Григорий Ставилов, Алексей Герчук, ГРТ, Хаберлер. Сіз сіретіңіз автохаберлері программасыны қалын салы жақылан, хем сәдеджі и хаберлер сізе.